Самое интересное, я не понял, ты просишь объяснить. Я просто же буду пересказывать то, что писал. Значит, опять начнется история про Гастула с бумажками. Я пытаюсь тебя лечить, а ты крутишься. А где, пожалуйста, покажите мне, пожалуйста, телефон? Заходи на улицу. Снеговика войди. О, я тебя слушать не буду. Ты уже кредит доверия. Так а в смысле? Мне же только что этот повысили лимит. Ну, как бы есть еще, осталось. Так. Жора. Yeah. Давай, ты. Я твоему Жоре броню варил. Рассказывай про коровки. Значит, лососёл и сосёл самые шикарные. А простые нужно выкинуть. То есть берешь лососевые, но предварительно медленно нажимаешь на эскейп и выкидываешь обычные коробки. Но... А вопрос, обычные коробки? Нет, нормально. Золотые? На здоровье зеленые. Красные, на броню синие. Зеленые, на деньги желтые. Ой, все, я не... Можно еще раз я... Не заморачивайся, это лишь информация. Так а если... Да какие поднимать, а какие выкидывать, а? Блядь, забей, я тебя прошу. О, там подбери... А, кто-нибудь может синюю подобрать? Срочно, подберите синюю. Коробку. Тут ничего нету, какие грибы ты ел? Синяя, походу. Тут ничего нет. Какую коробку ты что? Тут нет таких коробок. Ты что, ты заканчиваешь с грибами? Я сегодня не потреблял шкребы. Сегодня. Еще. Так что получается, кроме... Вот я выкинул коробку, кроме меня ее подобрать никто не сможет, так? Ее никто не видит и не поверит. А, ты тут я туда иду. Да.